Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. Ну и из названия видео вы поняли. Такие вот дела. Значит, пригласили нас, блогеров, в Верховную Раду за круглый стол с депутатами. Значит, пригласили меня, Юрия Воробьева, Мирослава с канала The Murik. Вот. Ну и организатором данного события является Виталий Бочук, которому отдельное спасибо, что смог так организовать все. Созвал нас, блогеров, чтобы мы как бы встретились, пообщались и познакомились, так сказать, вживую. Эмоции просто переполняют. Значит, друзья, коротко расскажу, о чем был разговор. Значит, друзья, основная тема за круглым столом, это была на украинской мове «Розвиток села за допомогою сільських громад. Новації в політиці». Значит, были присутствующие головы ОТГ со всех областей Украины. Значит, расшифрую, ОТГ, значит, це об'єднана територіальна громада. Рішались різні вопроси о розвитті села, то есть о землі і так далі. Всього я перечислити вам, звісно ж, не можу і показати всього не можу. Ну, розкажу, зачем вообще ми там присутствовали. Ми приїхали туди, вот такі вот простые люди, которые работают на земле, которые более-менее знают проблемы села, что нужно сделать, чтобы, ну, жить лучше вот таким вот простым людям. Значит, Виталий Бочук поездил по Украине, собрал вот эту вот информацию от простых людей, таких как мы с вами, которые дома держат коровы, крупный рогатый скот, которые хотят работать на земле, чтобы это было рентабельно, чтобы жили, как в других странах люди. Что для этого нужно, он всех расспросил, значит, собрал такую папку, все эти вопросы, которые нужно решать, вот, ну и передал эти все документы, эти все записи депутатам. Давайте сейчас я вставлю видео, как он выступал. Пане заступнику министра розвитку економіки та сільського господарства, тому що дуже багато депресивних сел Україна починається, як ви сказали, від кулака, від заможного громадянина, який працює на землі. Якщо ми завітаємо в кожен сільський магазин, є книжка з записом, де набрались борг, хліб, сіль, макарони і так далі. Саме ті люди, які приймають 2-3 корови, мають купу дітей і кожного ранку сотні коней підвода, 3 цикли, мотоблоки збираються молоко і продають, ну, збирають як дешевше води. Я хотів би передати їхнє побажання, що вони хочуть мати від держави конкретну допомогу. Конкретну допомогу не залишатись на сировинному ринку, на сировинному придатку, а отримати технологію, щоб держава закупила технологію, рецепти, навчили брендувати свій товар, варити сир і продавати бодай на ближайшому ринку для того, щоб збільшити свої фінансові потреби. Я розумію, що дуже багато проблем, я підтримую всіх колег, які виступали, але я повинен був надати цю інформацію, щоб люди, які бажають бути приватним власником, могли конкурувати, мою думку, купувати землю, будувати Україну, отримували якісь технології, бодай від українського виробника, рідний апарат. Якщо родина має там до 9 дітей і 2-3 корови, мама не впорається, просто до роботи це зробити. Бо населення дуже багато платить, а це є основний доход. Навчити їх варити сир, брендувати свій товар і просто продавати. Надати їм за півцінні за рахунок держави, це багато інфікування і такі інші. Багато не буду затримувати, потім ще надам письмову інформацію. Дякую. Значит, мы, в свою очередь, как блогеры, в которых есть земля, на которой мы работаем, пускай этой земли немного, такие мини-земельные участки, вот. Значит, тоже пытались донести, что нужно для того, чтобы человек, который работает на земле, чтобы он жил нормально. Значит, я, в свою очередь, акцентировал их внимание на мини-агротехнике, то есть те же самые мотоблоки, мини-трактора, навесное оборудование, чтобы оно было доступнее. Я понимаю, что цену на это все невозможно снизить. Вот. А хотя бы взять вот эту вот сумму мотоблока, который стоит там около 1000 долларов, чтобы эту сумму разделить на равные части, ну типа как Приватбанк сейчас дает оплату частями на технику бытовую. Вот. Чтобы вот эту вот 20 тысяч гривен там или 25 разделить
на ровные части, на столько частей, насколько сможет человек там как бы расширить на 2 года, на 3 года, на 4 года, чтобы не платить никаких процентов, чтобы это было доступнее людям. Вот. Ну или, если уже это невозможно, взять какой-то процент, не такой, как сейчас, там, я не знаю, там 4%, наверное, я не в курсе. Ну, очень много там получается, сумма вырастает. Вот, чтобы процент был там в сотых, не то, что там в десятых или целых, вот, а вот сотые доли процента. Чтобы человек, который хочет работать на земле, на своей технике, пришел в магазин, взял абсолютно беспроблемно, абсолютно без всяких головняков, без головных болей технику, которая ему нравится. Ну, вот так, как я рассказал, то есть, чтобы был минимальный процент или ту же сумму разделить на равные части. Я думаю, это было бы просто супер. Так как полностью выложить те же $1000 за тот мотоблок, ну, не каждый сможет в наше время. В общем, друзья, как мы смогли, так мы им все рассказали, все донесли и в письменном виде, и в устном. Я надеюсь, что они нас поняли, я надеюсь, что с этого будет какой-то результат. Вот, что примут это к сведению, что мы съездили не зря. Ну, съездили мы точно не зря, потому как встретили все-таки все. Эмоции зашкаливали. Это я мало видео наснимал с женой, так как просто реально забывали снимать, забывали включать камеру. Ну, такая аура была классная, что мы ехали, считаем, мы выехали утром в 5 утра, приехали в Киев в 8. Сделали там свои дела, короче, пообщались, сходили там в ресторан, вот. Ну, в общем, все это дело прошло, мы сели в машину, мы ехали домой, уставшие, но эта усталость как бы такая была, знаете, вот, ну, блин, такой день бывает только, наверное, раз в жизни, то есть вот так вот взять Виталию Бойчуку, конечно. Отдельное спасибо. Я хочу сказать, что это человек, который... Я скажу так, друзья. Я в своей жизни не встречал успешных бизнесменов, которые думают про кого-то еще, кроме себя. Виталий Бойчук. Исключение. Про Виталия можно много чего рассказать, но я скажу вкратце. Это очень хороший человек. Это позитивный, общительный, и самое главное, добрый человек. Знаете, такие встречи, такие поездки не забываются никогда. Насколько все было позитивно, я еще раз повторюсь, что мы с женой просто забывали снимать это все происходящее. Ну, что поделаешь. Немного наснимали, немного вам выложили. Юра Воробьев с сыном. Это, ну, человек такой... Такой позитивный Юра. Вот, что... Ну, я вот по жизни как бы такой... Может быть, по видео я там такой вот... Ну, там серьезный или иногда бываю, да? Но в жизни получается, что я веселый человек, да. Юра, как, кстати, не знаю, посмотрит, напишет, какой я там позитивный, не позитивный. Вот. Сын у него... Серега, привет. Вообще... Молодец, снимал, воспитание, видно, что отцовское. Виталий Бойчук сказал, значит, у Виталия Бойчука есть человек, которого, ну, скажем так, про него слышали, но его не видно. Сашко, Виталий Бойчук так на него говорит, Сашко. Значит, Санька тоже такой... С него тоже угорали все. Молодец. Вот, это оператор Виталия Бойчука. Мирослав, это фермер, у которого там не один гектар земли, который работает на своей земле. Тоже юморной человек. Мирослав, привет. Ну что, друзья, вышли мы с Верховной Рады. Эмоций много. Первый раз, в первую очередь, были в этом месте. Ну и второе, это, как бы, я думаю, донесли свои проблемы. Может, все-таки они нас услышат. Сзади нас кабинет министров. Вот. Сзади там знакомое лицо. Короче, здесь шайка. Сейчас мы
Мы сейчас соображаем, что дальше делать. Не, я догадываюсь. Ну я да, ну в общем... Что будем делать дальше, так как мы ни разу не встречались. Да. Только да, через экран, да? Давай немножко пойдем в сторону отойдем. Отметим это дело. Все. Да? Ну, друзья, мы пошли. Ну а тепер на мою. Ты в дві руки отак іди і знімай, ну чого ти? Там запись вже круче йде. Наперед так само. Нам туди запарити? Все туди. Вже включено? Воно вже включено? Так, так. Там запись написано, так? Так. Ну все, все, бачимо. Голубі не вище. І ночі. Тепер голубі. Все. Чисто такі екскурсії по Києву. Стадіон «Динамо». Вот это, да? Да. Пойдем, сыграем. Саняк шукает, где хороше кафе, а не мост. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь еще такие встречи повторить, только чтобы, ну, не знаю, народа было больше, чтобы вот, ну, позитив, друзья, это сплошной позитив, такие встречи. Как там, конечно, с Верховной Радой? Еще раз скажу, что надеемся, что нас услышали. Надеемся, что с этого будет какой-то толк. Я думаю, что шаг, вот этот вот шаг вперед сделан. Вот, ну, будем ждать. Ну что, друзья, на этом все. Будем заканчивать. Что хотел, насколько это возможно, показал, рассказал. Мы с женой до сих пор в таких положительных впечатлениях, что, ну, я думаю, они никогда не забудутся. Будем надеяться. Пока-пока. Увидимся.